решим задачку про конденсатор, частично заполненный диэлектриком, наполовину заполненный диэлектриком. При этом рассмотрим сферический конденсатор, половина которого, нижняя половина, заполнена жидким диэлектриком. Жидким диэлектриком с диэлектрической проницаемостью эпсилон. Обозначим точечками этот диэлектрик. Внутренний радиус R1, наружный радиус R2, внутренняя сфера заряжена положительно, наружная концентрическая внутренняя сфера заряжена отрицательно. Разность потенциалов, поскольку у нас каждый из металлических обкладок представляет собой эквипотенциальную поверхность, разность потенциалов в любом месте будет одинакова. Поэтому такой конденсатор можно представить как два параллельно соединенных конденсатора, один из которых заполнен диэлектриком полностью, а второй не заполнен диэлектриком. При этом половина конденсатора, которую мы отрезали, будет равна C0,2, емкость конденсатора верхнего, а емкость конденсатора заполненного диэлектрика будет в эпсилон раз больше, эпсилон C0 пополам. Такое представление, единственный способ рассчитать емкость конденсатора. Для емкости конденсатора частично заполненного диэлектриком нет формулы для расчета. А C0 пополам мы уже посчитали в предыдущей задаче. Если нажать на эту ссылку, вы увидите, как мы рассчитывали. Можете вместе с нами рассчитать эту емкость. При параллельном соединении конденсаторов общая емкость определяется как сумма этих емкостей. C0 пополам, единица плюс эпсилон. Здесь C0 емкость сферического воздушного конденсатора. Это решение задачи.